Здравствуйте, в эфире телеканала ОТС Новости, в студии Светлана Шевченко. Смотрите в этом выпуске. Каникулы подходят к концу. Более 300 тысяч школьников сядут за парты в новом учебном году. Как отметят День знаний в Новосибирске. Поездки в новосибирском метро станут доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. Куклы Барби, Дед Мороз и другие сказочные персонажи проплыли на сапах по Оби, куда отправились в ярких нарядах участники карнавала. Новый учебный год в Новосибирской области проведут в праздничной атмосфере. 1 сентября традиционно проведут торжественные мероприятия. Никаких ограничений нет. Об этом сегодня заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Все муниципалитеты, значит, вся Новосибирская область, готовы к началу нового учебного года. Попрошу 1 сентября провести все торжественные праздничные мероприятия, особенно с учетом того, что никакие пандемийные ограничения уже больше не действуют. Поэтому с наступающим праздником, с Днем знаний. В этом году в регионе за парты сядут 372 тысячи ребят. Из них почти 50 тысяч – первоклассники. Свои двери распахнут 966 школ, две из них – новые. На подготовку образовательных организаций из консолидированного бюджета области было направлено более 2,5 миллиардов рублей. И кроме того, хотелось бы поблагодарить всех коллег из надзорных органов, и Роспотребнадзор, и МЧС, и МВД, и все остальные за участие в приемочной кампании, которая нашла в августе месяце. Новые котельные устанавливают в селах Чистоозерного района. Они более выгодные, эффективные, расход угля в 2 раза меньше. Как обновляют коммунальное оборудование, оценил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Подробности в сюжете Дмитрия Белькевича. Модернизация коммунальной инфраструктуры, а именно обновление котельных, реконструкция общественных пространств, развитие инфраструктуры и помощь бойцам СВО. Вот на чем сосредоточил свое внимание глава региона Андрей Травников во время рабочего визита в Чистоозерный район. Обычный спортзал в селе Журавка вот уже 3 месяца функционирует как цех. Там днями напролет местные жители изготавливают маскировочные сети и производят сухпайки. Начали с того, что квадрокоптер и тепловизор купили нашим чистоозерским ребятам мобилизованным. А потом как-то, ну как, оставлять это все? Нет. И вот смотрите, сейчас наше движение ширится, ширится и ширится. Чистоозерцы самостоятельно делают термоодеялы для бойцов и даже печки-буржуйки. Из зоны СВО регулярно на малую родину прилетают теплые приветы и слова благодарности. Потому что в стране такая ситуация, надо нашим бойцам помогать. А как иначе? Мы здесь спим спокойно, они-то там неспокойно спят. Хоть как-то мы, хоть одну... Даже если одна жизнь сохранится с помощью наших сетей, я думаю, что это уже будет большая заслуга. Также волонтеры собирают аптечки для военнослужащих, находящихся за ленточкой. Губернатор высоко оценил добровольческое движение чистоозерцев, выразив слова поддержки, в том числе и родным, тех, кто сейчас несет службу в зоне проведения СВО. Между тем, Андрей Травников в ходе рабочей поездки оценил качество ремонта дорог и обустройства ливневой канализации в поселке Чистоозерный, а также новую котельную, заменившую сразу 3 устаревших объекта теплоснабжения. К 2022 году мы в марте месяце уже полностью данный объект завершили. И в этот же отопительный сезон мы пусконаладочные работы провели. То есть это был сезон 2021-2022 года. 2023 год мы в полном объеме, то есть всех потребителей от 3 котельных прежних, которые у нас, скажем, морально-физически устарели, мы их переключили. И в этом году мы отработали на новой котельной без сбоев. Новая котельная оказалась энергоэффективной. Расход угля на 1 гигакалорию меньше вдвое. Плюс многие процессы удалось автоматизировать. Ну, хорошо. По крайней мере, в центре у вас хороший результат получился. Да. И по качеству, и по экономике. Да, да. Поэтому здорово, что завершили. Однако работать еще есть над чем. В этом году в Чистоозерном модернизируют еще 1 котельную из 9. К слову, срочной реконструкции требуют 2 из них. Требует внимания и детский сад «Солнышко». Это у нас у единственного детского сада есть спортивная площадка. Вот на нее смету я нашла фирму, которая просчитала около чуть больше 2 миллионов.
Это прорезиненное покрытие, да, без оборудования, но хотя бы безопасное, доступное, все, что можно сделать. А еще необходимо уложить новый асфальт и отремонтировать кровлю. Персонал надеется, что детский сад сможет попасть в областные программы ремонта. А пока установили пластиковые окна, что сделало пребывание детей в помещении более комфортным в любое время года. Дмитрий Кирилевич, Евгений Павлов, Евгений Минаков. Новости УТС. Чтобы проехать несколько станций метро, пассажирам на инвалидной коляске необходимо за час предупреждать о своих планах сотрудников метрополитена. Доступность вагонов и станций для маломобильных групп граждан сегодня оценили сами пассажиры и представители мэрии. К комиссии присоединился Александр Шерудило. Именно так Владимир Володин едва не упал с лестницы метрополитена на станции Карла Маркса. В тот раз удалось удержаться на ногах самостоятельно. Незрячий мужчина пользуется подземкой регулярно. Нужные станции уже выучил наизусть. Я станции знаю более-менее, потому что перемещаюсь. Я до дежурного в основном могу дойти. А кто вот начинает ходить, либо пожилые люди, хорошо бы было, если бы они зашли в дверь, да, вот справа там колясочники ездят, для них в основном. А слева, допустим, была бы тактильная плиточка наклеена, чтобы он встал незрячий на нее, ну, либо тростью, и она прям к дежурному привела. Вот было бы вообще прям шикарно. Сегодня Владимир вместе с другими жителями мегаполиса с ограниченными возможностями здоровья проверяет доступность станций для маломобильных пассажиров. Юрия Ларина на входе встречает сопровождающий. Мужчина-колясочник позвонил по телефону, указанному на сайте метрополитена, за час предупредив о поездке. Сегодня ему пришлось сменить электроколяску на более легкую, ручную. Ведь для использования ступенька хода ограничение веса 130 килограммов. Она, если легкая, ну, 35-40 килограмм, то да. Но если стандарт, ну, не стандартная, а уже средняя коляска идет от 60-70 килограмм, плюс человек тоже 60-70 килограмм уже нет. Ну, альтернатива либо ставить откидывающие платформы, чтобы они откидывались по всему маршруту это было. Но это тоже, так скажем, не дешевая. Ну и плюс установка лифтов, но это тоже, так сказать, проблематично. Сопровождающий проводит мужчину до выхода из метрополитена и выясняет время обратного пути, чтобы также встретить пассажира. Похожим образом дежурные по станции сопровождают и незрячих граждан, провожая и встречая их на выходе из вагона. Свои замечания высказывают и слабослышащие пассажиры. Им не хватает визуальной информации. Иногда люди с ограничениями по слуху по ошибке садятся не на тот поезд. Прохождение этой дистанции, входа на станцию, подъезда к станции, возможности выхода из машины, возможности увидеть табличку, которая, на которой написан телефон и так далее, и правила пользования. Уже сейчас были сделаны ряд замечаний, они, может быть, не очень большие, но, тем не менее, они позволяют избежать травмы и облегчить пользование метрополитеном для людей с инвалидностью. Все 115 дежурных метрополитена прошли обучение в областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих. Однако доступность самих станций оценивается лишь как частичная. Исключение – готовящаяся к запуску станция спортивная. Станция спортивная строится уже по современному законодательству, которым и предусмотрены и лифты, и тактильная разметка, и автоматические двери. И вообще, в принципе, все вещи, которые необходимы для проезда самостоятельно, даже без сопровождения. Но ввиду того, что остальные станции частично доступны, ну, здесь, конечно, информация будет передаваться на те станции, там также будут встречать, также сопровождать. За прошлый год новосибирским метрополитеном воспользовались 7500 маломобильных граждан. В эту категорию входят и пенсионеры, и мамы с колясками, которым требуется помощь. Для того, чтобы станции стали доступными, их необходимо полностью переоборудовать. А это дорогостоящий и очень длительный процесс. Александр Шерудило, Антон Мамаев, Новости ОТС. В Сибири есть. Наш регион богат уникальными рецептами и продуктами высокого качества. В этом еще раз убедились гости гастрономического фестиваля, который прошел на Михайловской набережной. Наша съемочная группа побывала на дегустации.
По всей набережной разносится запах жареного мяса. С утра готовят барана на вертеле. На сцене соревнуются повара со всего региона – профессионалы и любители. Второй день гастрофестиваль притягивает к себе сотни новосибирцев. Одни приходят за вкусными блюдами, другие – за зрелищами. Сейчас за моей спиной на сцене заканчивается кулинарный баттл. В нем участвуют повара из разных районов Новосибирской области. Готовят традиционные блюда. Кто вкуснее и оригинальнее. Главное – условия, продукты, из которых приготовлены блюда, должны быть выращены в районах, откуда приехали участники. Суп в съедобном стакане, арбуз с перцем и многие другие необычные вкусности. Все это команды готовили не один час. Пообщался с кулинарами и поприветствовал гостей фестиваля губернатор Новосибирской области Андрей Травников. И главная ценность фестиваля в Сибири есть. Это возможность на Михайловской набережной увидеть не все, только прикоснуться к этому богатству, и я надеюсь, что гости фестиваля точно захотят поездить по Новосибирской области, а может и по всей Сибири, организовать не только туристические, но и гастрономические туры. Рядом со сценой ярмарочные ряды. Там можно познакомиться с продуктовым многообразием региона. Сыры, колбасы, соленья – все из местных продуктов. Ну, во-первых, мы производим из экологически чистого сырья и натуральный продукт без добавления растительных компонентов. У нас в нашем сыре присутствует только молоко и заквасочная культура. Все. Мы поддерживаем нашего местного фермера. Нам привозят молоко из Коченева. И переработка у нас, производство в ГЦРП, поддержка малого бизнеса, бизнес-инкубатор на Троллейной. Для тех, кому по душе больше зрелища, чем хлеб, аниматоры провели костюмированное шоу. Олень, Свен из «Холодного сердца», Ариэль, единорог, огромная горилла и многие другие персонажи мультиков и фильмов станцевали для публики и прошли с парадом по набережной. Наша миссия – подарить людям праздник, подарить людям настроение и позитивные эмоции. В Новосибирске есть не только еда, да, как называется наш фестиваль, в Сибири есть. В Сибири есть таланты, в Сибири есть коллективы творческие, самые разные. Кроме развлекательной и соревновательной программ, предусмотрена деловая. Экспертная сессия, мастер-классы, бизнес-игры и встречи с обсуждениями трендов и способов развития бизнеса. Каждый район сейчас становится, ну, каким-то таким уникальным туристическим местом. Буквально в каждом районе есть какие-то туристические активности, которые ни на что не похожи и которые на самом деле не стыдно показать и пригласить гостей вот буквально со всей страны. И по линии Министерства экономического развития Новосибирской области, и по линии Минпромторга мы, безусловно, будем поддерживать такие инициативы, такие активности. Фестиваль «В Сибири есть» прошел в Новосибирске во второй раз. Участников стало больше, а география расширилась. Обменяться опытом приехали производители не только со всей нашей области, но и из других регионов страны – Якутии, Алтая, Хакасии и Томской области. Екатерина Новгородцева, Родион Токарев, новости ОТС. Хороводы, частушки и яркие костюмы. Фестиваль «Славянское подворье» с размахом прошел в Новосибирске. Жители города знакомились с традициями братских народов и учили шить обереги. Как еще развлекали гостей, расскажет мой коллега Иван Деревянченко. Березовая роща играет яркими красками. Там собрались вокальные коллективы, чтобы рассказать гостям о традициях русского, белорусского и украинского народов. Фестиваль «Славянское подворье» проходит в Новосибирске уже в 14-й раз. Рассказ о своей культуре тем людям, которые совсем недавно приехали в нашу страну, в наш город, очень важен. Важно, чтобы они знали нашу культуру, чтобы они адекватно относились вообще к тому, что собой представляет наше культурное наследие. Эти гуляния призваны объединять славянские народы. Если украинцы с белорусами забивают, то тут же по соседству играют и русские с казаками. Дело в том, что казачье пение отличается своей яркостью, самобытностью и неповторимым окрасом. То есть его невозможно спутать с каким-то аутентичным фольклорным пением, каким-то сценическим пением, допустим, эстрадным. То есть это определенная подача звука, это определенная манера говорить. Дмитрий Фролов и Татьяна Ханагян представляют украинскую культуру уже более 10 лет.
Татьяна шьет детские куклы и лоскутное одеяло. Дмитрий руководит народными вокальными группами. У нас находится два вокальных коллектива. Вокальная группа «Меридиан» и вокальная группа «Калина». Мы будем представлять украинскую культуру, украинский быт. У нас вот есть выставка, украинское подворье. Рядом проходит мастер-класс. На сцене мы будем, получается, петь украинскую песню «Маруся» и украинскую песню «Два дубки». На фестивале каждый мог найти себе занятие. В русском подворье гости учились вязать ангелов-хранителей. А любители активного отдыха танцевали под народную музыку. В чем особенности вообще таких праздников? Почему они значимы? Потому что они проходят на природе, собирается очень много народа, пожилых людей, все веселятся, песни поют, и мы танцуем. Чувствую немного счастливее себя, нужнее, интересно, задора много, и моложе становимся. Фестиваль прошел при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области. С каждым годом масштаб праздника растет. Иван Деревянченко, Александр Миняева, Новости ОТС. Очистили дендропарк от мусора и отправили на переработку 1,5 тонны отходов. Экоактивисты и участники проекта «Чаще» отметили День работников леса. Мадагаскарские тараканы, зелень в коробочках и конкурс мастерства среди резчиков по дереву. Алена Кузина подробнее. Это вторая жизнь дерева, получается. Дерево, которое простояло больше 100 лет, оно уже рано или поздно оно упадет. Тем более, что вот сосна, она не так долговечна. Соревнования среди резчиков по дереву – одна из площадок экофестиваля. Тема – русские сказки и былины. Илья Давыдов из Бердска выбрал вещего баяна и слово о полку Игореве. Фигура станет дополнением к «Витязю», который стоит в дендропарке с 2017 года. Его тоже сделал мастер. Как видим, работа очень тонкая и требует особого мастерства. Для этого у резчиков по дереву есть вот такая вот пила. У нее небольшая шина и острый нос, чтобы можно было попадать в самые труднодоступные места. Зелень в коробочке, полезная еда из насекомых, реставрация старой мебели и эко-квест. Кроме развлекательной части, познавательная. Например, что делать, если заблудился в лесу и как в нем выжить. 14 площадок, которые посетили 5000 человек. Основная цель фестиваля – это увеличить уровень экологических знаний жителей. То есть они должны больше узнать про правила выгула в парках, в лесных зонах, животных домашних. Также они должны узнать, как сделать так, чтобы предостеречь и предотвратить лес от пожара. Как сортировать отходы и не мусорить в лесу, что нужно для этого делать. Чтобы в парке стало чище, организаторы устроили соревнования по сбору мусора. Тяжелые мешки с бутылками, железными бочками и пластиком несет команда Натальи Гусевой. Взвешивание и на весах 25 килограммов. Рекорд среди участников. Ну, я люблю очень наш дендропарк. Я в нем каждый день гуляю, рядом здесь живу. Вот, и увидела объявление недавно, что проводится фестиваль, решила поучаствовать. За 40 минут участники соревнований собрали 250 килограммов мусора. Его отсортируют волонтеры, а после отходы отправят на переработку. Также в скором времени в парке появятся новые деревья. Активисты посадили лесные растения. Алена Кузина, Новости ОТС. Хоккейная Сибирь должна стремиться к пьедесталу на предстоящем чемпионате КХЛ. Сегодня председатель попечительского совета нашего клуба, губернатор Андрей Травников, провел традиционную предсезонную встречу с руководством и коллективом команды. Мощная поддержка болельщиков с трибун новой арены будет в этом сезоне в полтора, наверное, в два раза больше, чем это было в прошлом году. Поэтому могу сформулировать только задачу максимум. Конечно, нужно биться за призовые места чемпионата. До старта нового сезона чемпионата континентальной хоккейной лиги считанные дни. Уже в ближайшую субботу, 2 сентября, в дебютном матче новосибирцы на выезде сыграют с «Авангардом» в Омске. А на своем льду в этом сезоне уже на новой Сибирь-арене. Наша команда впервые выступит 7 сентября в игре против «Барыса» из Астаны. Прямая трансляция всех матчей Сибири будет идти на телеканале ОТС. Забили гол. Депутаты законодательного собрания провели товарищеский матч по футболу. Ежегодный турнир «Мы вместе. Сила Сибири» создан для поддержки дворового спорта. Иван Деревянченко наблюдал за игрой.
Жара не только на улице, но и на поле. Депутаты законодательного собрания Новосибирской области на школьной коробке играют в футбол. Ежегодный турнир «Мы вместе силы Сибири» проводится не для галочки. Так юным болельщикам хотят показать, что спорт – это для всех. Этот турнир стал пользоваться такой огромной популярностью, потому что турнир на награждение приезжают наши великие чемпионы, чемпионы мира, потому что все начинали с дворового спорта. И вот как раз этот турнир посвящен поддержке дворового спорта. Первый матч состоялся в 2009 году. Поначалу в задумку мало кто верил. Разве депутаты будут играть в дворовый футбол? Однако проведение таких турниров уже стало традицией для жителей Ленинского района. В детстве сначала бегали в футбол во дворах, зимой в хоккей во дворах, на турниках, на железных брусьях крутились, вертелись, а потом шли в зал. И это то же самое. Чем мы больше будем делать таких спортивных, детских, спортивных площадок, любых, и футбольных, и хоккейных, и для экстремальных видов спорта, тем больше детей придут потом в спортзалы. Товарищеский матч завершился победой «Крамбахера» со счетом 3-1. Первый тайм депутаты искали слабые места в тактике друг друга. Во втором периоде напряжение на поле стало нешуточным. Посмотреть на игру пришли ребята из соседних домов. Для них это отличный пример того, что сила в спорте. Иван Деревянченко, Александр Миняйло, новости УТС. Гарри Поттер, Дед Мороз со Снегурочкой, индейцы, куклы Барби и шамаханские царицы прокатились по Оби на сабордах. В Новосибирске организовали костюмированный заплыв. Больше 100 человек проплыли от Бугринского моста до Залицовского парка. На саб-карнавале побывала и наш корреспондент Ксения Петренко. Смотрите, как это было. Вход на мероприятие обязательно в карнавальных костюмах. Я сегодня в образе супергероини из мультсериала «Леди Баг». Но кого здесь только нет. Есть и хоккеисты, Дед Мороз и Снегурочка, принцессы, шамаханские царицы. Здесь все. Костюмированные заплывы в Новосибирске проводят 5-й год. И каждый раз участников становится все больше. К выбору наряда гости подошли креативно. Смена погоды вот навеяла. Вот такой наряд, такие крылышки. Но они у меня сейчас в заправленном состоянии, потом они раскрываются. Когда будем гулять, мы их обязательно раскроем. Сами делали? Да, конечно. И долго ли? У меня подруга делала. Буквально часа 4. Тепло, лето заканчивается, почему бы и нет. Тем более можно нарядиться. И такие ребята классные. Как наряд выбирали? Почему такой именно? Не знаю, искала, думала. Как-то раз и вспышка в голове, идея, все реализовываем. Здесь есть как новички-любители, так и спортсмены, которые далеко не первый раз встают на САП. Родители отправились в путешествие с детьми. Инструкторы объясняют, как держать равновесие, стоя на доске, как грести, чтобы не свалиться в воду. САП – это уникальный вид отдыха и спорта, потому что это самый простой водный вид спорта, которому можно учиться за один раз. Естественно, что вы не станете профессионалом, но худо-бедно стоять или тем более сидеть вы научитесь за один раз. Ну, естественно, при опытных инструкторах. Как минимум за нашу компанию могу сказать, что у нас все становятся на САП стоя с первого раза. Старт от микрорайона Европейский берег. Первая остановка на речном вокзале. Все участники карнавала прошлись по набережной, сорвав овации прохожих. И снова в путь. Причаливают через 3 часа к пляжу у Залицовского парка. Я очень рада, что организуется такое сообщество, которое вместе собирается, вместе проводит время, вместе устраивает такие веселые карнавалы. Мне кажется, это очень нужно в сегодняшнее время, это очень правильно. И когда мы говорим, что в Новосибирске должны жить счастливые, креативные люди, это вот как раз про это. САП-карнавал был приурочен к концу лета. А вообще любители этого вида спорта катаются по Оби круглый год, потому что есть места, где река не замерзает. Организаторы планируют сделать такие масштабные заплывы традицией и объединить любителей САПов со всей Сибири. Ксения Петренко, Тарас Тарасов, новости ОТС. Все о важных событиях региона на телеканале ОТС. Мы работаем для вас. До встречи в эфире.